Вот вам и весна настала, обдувающая и освежающая. Сегодня 24 марта, точнее 52 февраля 2013 года, участники протестного движения решили совершить освежающую и суровую прогулку по Красной площади. Менты ждали. Власть мониторит Facebook. Поэтому вязать стали сразу, под предлогом весенней любви к закону, который требует не собираться больше трех, а лучше на кухне. Там должен быть включен телевизор, который и перевоспитает. Воровство. Везде казнократство, везде самое. Я говорю, остался вот так же, отвоевал. Год на войне пробыл. И буквально самое, что заслужил? Коммуналка с трещинами, развалились стены. Все буквально самое. Спас генерала. Один генерал-майор был убит, генерал-лейтенант ранен. Я его вытащил, секретные документы, все. И вот заслужил. Уйдя на пенсии, получаю 8 тысяч. Как жить? Как можно жить на эту пенсию? Пусть кто-то из депутатов или кто-то из этих попробует. Скажите, а вы считаете, что вот такими прогулками можно чего-то добиться? Ну, по крайней мере, хоть люди знают. Хотя бы как-то, как говорится, народ... То есть это ваш просто демонстративный такой поступок? Ну да, это вот именно демарш. Потом они закрыли Красную площадь, потому что боятся звездюлей от начальства. Всех выпускали, но никого не впускали. Тем не менее, протестующим удалось просочиться с другой стороны, даже через ограждение. Офигительно круто. Мы сделали то, что мы хотели, да? Мы вышли на Красную площадь, мы пришли, несмотря на все заграждения, как я не знаю, чего они боятся. Мы вышли на Красную площадь, мы по ней прошли. Это здорово. Мы прорвались через Красную площадь, полностью оцепленную. Мы прорвались через ОМОН, мы прорвались через милицию, что говорит о том, что они, ну, как-то нас все-таки побаиваются. А во-вторых, у нас сегодня было мероприятие в защиту политзаключенных. Мы пошли сегодня на площадь выразить им свою солидарность, прогулку на Красной площади. Что, собственно говоря, мы и сделали, у нас получилось. Страшно быть смелым, страшно быть свободным. Вот сегодня там 30 людей, которые прошли через Красную площадь, несмотря на этот абсурдный запрет, показали, что не страшно быть свободным. В Александровском саду состоялся торжественный прием в автозак. А то гуляют тут гуляют. Менты утомились. Им добавили зарплату. Семьи ждут, дети постятся. Папы защищают Путина. Весна. Все друг друга любят. Прогулка явно удалась. И прогулялись, и повинтились. Что же делать? Моя полиция меня бережет. Гляди, подвозят, гляди, сажают. Все как при демократии. Саша Сотник, Дмитрий Милехин, Политвестник ТВ.